поздравил украинцев с историческим решением о либерализации визового режима президент Европарламента Антонио Таяни во время телефонного разговора с Петром Порошенко. Приветствует безвиз и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, об этом он написал в своем твиттере, а депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что этот шаг даст больше свободы и совместных возможностей.